1130 городских волонтеров задействовано на Кубке Конфедерации в Сочи. В основном городские волонтеры – это студенты сочинских вузов, старшеклассники и представители волонтерского блока «Серебряный возраст». Самому младшему – 16, самому старшему – 75 лет. Многие приравнивают, говорят, что развитие добровольчества на территории города Сочи стартовало именно с приходом Олимпийских и Паралимпийских игр. Мы с этим не согласны. Мы начали свою работу уже с 2011 года, потому что город Сочи действительно очень сильно насыщен различными мероприятиями. Основные функции, по которым работают городские волонтеры, это встреча гостей на входных группах, а также на вокзале и в аэропорту. Особо важная часть – информирование в период проведения матчей на так называемой «последней миле». Всего в городе открыто 12 информационных точек. Подобная схема будет действовать и на предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года. По заданию Оргкомитета «Россия-2018» нам надо подготовить 1700 волонтеров к чемпионату мира по футболу. Из них 1300 – основной состав и 400 – это примерный резерв. Очень интересна география участников, желающих принять участие в этом мероприятии. Они представляют собой 10 стран и большое количество городов России. Что касается волонтеров серебряного возраста, то у них также накоплен колоссальный опыт работы. А по активности они нисколько не уступают более молодым добровольцам. Численность наша на данный момент составляет уже более 700 человек. Поэтому мы с удовольствием пришли на Кубок Конфедерации. И сейчас в качестве как городских волонтеров, так и волонтеров от оргкомитета. Вне зависимости от функции, которые выполняют волонтеры, главное – это создание атмосферы гостеприимства. По окончанию Кубка Конфедерации лучшие из добровольцев будут отмечены на городском уровне. Рената Шипулина, телекомпания ФКТ.